Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Кестель. Тут на продаже несколько квартир. Это самая видовая квартира, дуплекс, двухуровневая. Красивый вид отсюда. Влажность высокая. Отсюда потрясающий вид на все море, крепость Алании, горы. Пятизвездочный отель. В этом проекте продаются квартиры. Здесь есть вся инфраструктура. 5 бассейнов, рестораны, магазины, турецкая баня, там открытый бассейн, все есть. Это огромная терраса. Сторона здесь юга. Западная и южная. Вот, дорогие зрители, это одна комната. Эта квартира разделена пополам на 2+1 и одну комнатную. Вот. Студия, скажем. Так, у нас здесь один санузел. Кухни тут нету. Кухня внизу. Ну, отельный тип, кондиционер фирмы Электро, и так шкаф. Теперь я спускаюсь вниз, сейчас свет отключится, что-то не отключилось. Так. Спускаемся вниз. Здесь лесенки такие. И вот тут. Ага. Здесь вот вход. Вот зашел я вниз. Здесь у нас санузел. Проточный водонагреватель. Интересное предложение, может, кому понравится. Редко такое выходит на продажу. Это один из востребованных проектов того времени, проекту где-то 19-20 лет. Здесь у нас спальня. Кухня. И тут у нас одна спальня. 2+1 внизу, еще одна комната наверху. 3+1. Балкончик. Вид на море. Холодильник фирмы БК. И здесь гостиная. Так. Дорогие зрители, я сейчас спущусь вниз, покажу вам территорию. Она огромная. Сюда можно заехать на машине. Расстояние от моего вот места, верхней части этого проекта, до моря где-то 1320 метров. Снизу расстояние до воды 1120 метров максимум. Отмерял пошагово, со всеми поворотами. То, что говорят, 300 метров, 400, это все ерунда. Я всегда говорю то, что есть. Сам отмеряю до воды, пешеходные дороги знаю, где что находится, подземный проход. И вот такое расстояние отсюда до моря. Машинка останавливается, машина приезжает сюда, останавливается и поднимается прямо в это здание, в эту квартиру. А то, что внизу, там другой вход у нас, я то его тоже покажу. Итак. Вот эта квартирка, здесь одна квартира у нас, то есть разделена, и там дуплекс, одна комната, 3+1, дорогие зрители, закрываю двери. Так, здесь у нас коридорчик, вот такой лифт, 4 этажа,
Я подожду лифт. Тут есть интернет везде, видите, уже подключено все. Фибероптика, свет, вода, все подключено, все работает. Вот такой лифт, вместимость 3-4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Лифт поставили в 2014 году. Меняли, новый лифт поставили. Итак, дорогие зрители, вышел я из блока. Тут рыбный ресторан, сразу под зданием, вот написано. Fish ресторан. Наверху у нас один бассейн. Фруктовые деревья, ухоженный сад. Тут постоянно все работает, 12 месяцев. Присматривают, ухаживают за всем комплексом. Камеры наблюдения. Детский бассейн, большой бассейн. Оттуда потрясающий вид также на горы, на природу. Тут какой-то спуск. Фасад здания. Тут туалет, санузел. Здесь такой вид, там речка Дим. Вот речка Дим, снизу ресторанчики, пикник, как называют. Итак, у нас парковка с той стороны, останавливайте машину и приходите домой. А так придется сейчас мне спускаться вниз. Чистый воздух, тихо, спокойно. Машин тут вообще не едет. Вот такой здесь проход. Я спущусь вниз и покажу вам места. Вот здесь также пандус есть, поднимается наверх, лесенки. Спускаемся вниз. Тут каждое здание даны имена стран. Япония, Австрия, Бельгия. Вот это Япония, Джапан. Тут машины проезжают, останавливаются. Так, мы пройдем отсюда. Там горочки у нас, аквапарк, все есть. Отсюда я вам покажу. Также здесь 1+1 квартира и 2+1 на продажу. Тут, дорогие зрители, бильярд, теннисный стол, там игровая зона, барная стойка. Все это огромная территория. Фитнес, митнес, все есть. Тут уборки делают, подготавливают, мастера работают. Фитнес-центр впереди. Здесь детская игровая площадка. Вот. Здесь я спущусь. Давайте эту территорию вам покажу. Вот здесь детская игровая площадка. Сад еще большой. Вот здесь магазин. Что-то надо будет, можете там купить. Внизу детская игровая площадка, пятизвездочный отель, короче, видите, да, игрушки, мигрушки, все есть. Несколько горок. Вот, 3 отсюда, 1 отсюда. Там очищают, там еще внизу огромный бассейн, где люди ходят. Здесь
центр тату, короче. Так. Очень огромная территория. Я уже устал тут ходить. Нужно прогуляться. Вот бассейн еще один там. Здесь даже парикмахерская есть. Бухгалтерия. Ну, отель, да, понятно, что. Еще тут есть. Айдат пока не определенный, но 200 лир есть. Интернет-кафе, игровая комната. Фотографы, мотографы. Здесь ресторанчик. Тут что? Тут ресторанчик. Тут тоже ресторанчик. Но это не бесплатно, я думаю, что тем, кто проживает, сейчас спросим. Это добавочная оплата, можете пользоваться. Так, отсюда вид покажу. А потом пойдем смотреть другие квартирки. Вот сидеть тут в ресторане, наблюдать за крепостью Алания, вид на море. Гольф, также шахматное поле, там теннисный корт, вот он. Это вот вход, также нужно там парковаться, вот машина проехала, отсюда заезжайте, вверх, туда вверх. Квартиры вот в этом проекте продаются, сейчас я туда пойду и оттуда сниму ролик. Итак, дорогие зрители, вот здесь мы снимали квартиру в этом блоке. Тут бассейн один. Сейчас квартиры другие, которые есть на продаже в этом блоке. Бассейн один, второй бассейн. Еще здесь бассейн есть. Еще крытый бассейн есть тут, под этим зданием. Его тоже я вам покажу. Все, сейчас пойдем покажем. Вот, дорогие зрители, большой бассейн. Так, здесь одна горка синяя. И там 3 или 4 горок. 1, 2, 3, 4. 5 горок. Или 6 даже. Так, еще что тут есть? Дискотека, клуб, чикси, микси, шпикси. Все есть. Что хотите, можете делать. Летом здесь очень интересно. Жесть. Это тоже игровая площадка для детей. А, это душевой кабинка. Отсюда из носа течет. Течет, не знаю что, но течет. Здесь грибочек тоже. Здесь детская игровая. Да, мини-клуб есть для детей. Кинотеатр есть с той стороны. Как туда зайти? Двери открыты. Открыты. Ага. Детички. Угу. На них висят. Он крутится, кажется. Здесь что у нас? Винни-Пух тоже между нами. Пятачок. Так. Дядька покажет территорию. И вниз отсюда спустимся. Итак, дорогие зрители, квартира находится на втором этаже. Тут есть, оказывается, трансфер до моря, а также трансфер до города. Сервис. Лестница мрамор, маленький холодильник, такая маленькая плита. Гостиная у нас большая. Тут спальня. Тут санузел. Да, это квартира 2+1. Большая
Душевая кабинка здесь. Так. И тут вторая спальня. Я здесь выйду на балкон. Вот такой балкончик. Отсюда видно море. Вот сейчас видно сердце. Дорогие зрители, цена этой квартиры 82 500 евро. Есть еще один плюс один, я спущусь и его покажу. Ролик не закрываем, смотрим до конца. Итак, дорогие зрители, спустился я на нижний этаж, здесь на первом этаже, как бы, продаются две квартиры. Одна 2 плюс 1, 1 и 1 плюс 1. Планировка, как на верхнем этаже, одинаковая, но цена здесь 80 500 евро, 2000 евро поменьше, чем верхний этаж. Вид тоже покажу отсюда. Так, опять звонят. Вот балкон. Это не цокольный этаж, еще ниже есть один этаж. Вот такой вид с этой квартиры. Итак, здесь тоже спальня, как там наверху, одна душевая кабинка. Может, кому-то понадобится две квартиры сразу купить рядом, родственники, может, две семьи, братья с сестрой, или там тещу рядом кто-то хочет. Квартирка 1 плюс 1. У нас душевая кабинка есть, санузел, есть окошко. Так, окошко, вид. Спальня, как минимум, 13-14 квадратных метров. И тут гостиная, совмещенная с кухней. Можете себе холодильник поменять, большой куда-то поставить. Сюда она не вместится, туда, наверное, или куда-нибудь найдете место. Шкафчики с доводчиками. Итак, кондиционер Мидея. Гостиная большая. Вот. Большой 1 плюс 1. Цена 72 тысячи евро. Я столько походил, уже устал. Тут большая территория. Все, да, стал слишком длинным, 18 минут. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Если купите две квартиры, маленькую скидку там обсудим с хозяином. Все, с вами была Гаси из Солнечной Алании, район Кесте. Всем желаю благополучия в жизни. Всем пока-пока.